Лорда сэра Пэра, мое почтение, сегодня я для вас записываю ролик, как одеться этим летом. И у меня здесь новая коллекция нашего ателье. Что мы успели сделать, я вам все покажу. Этот лук вы уже видели в инстаграме. Остальную одежду я тоже планирую отфотографировать и вам показать в своем инстаграме. Так что подписывайтесь, ссылка будет в описании. Здесь вы сказали, что я похож на Пабло Эскобара, за что спасибо, потому что я даже не знаю, на кого я могу быть похожим с такой фигурой и при этом хорошо выглядеть. Но Пабло не мешала такая комплекция бегать от полиции, он делал это успешно. И мне не помешает рассказать вам про новинки. Итак, начинаем. Это гавайская рубашка. Хотя в салоне она позиционируется как летняя рубашка с коротким рукавом. Почему? Потому что на гавайке, конечно, должен быть воротник отложной. Здесь обычный воротник, причем даже button-down. Я бы себе заказал, а как вы знаете, у нас можно заказывать одежду любую. Я бы сделал отложной воротничок, и было бы еще лучше. Тем не менее, для любителей таких воротников такая рубашка тоже подойдет. В целом она мне очень нравится. Что здесь еще интересного? Шорты. Шорты — это просто огонь, огнище, а не со стрелками. Вы выглядите в них очень прилично. Здесь есть манжеты. Шорты свободные, со складками, с защипами, с часовым кармашком, куда вы можете что-то положить. Здесь нет шлевок под ремень. Здесь затяжники. То есть это такой летний вариант. Вы не обременяете себя лишним аксессуаром в виде ремня. Вы просто затягиваете эти брюки. Они безумно удобные. Здесь есть все, что есть в порядочных брюках. И вот, например, в кармане есть даже такой маленький кармашек для телефона. Ну, я надеюсь, вам видно хорошо. Я даже отойду подальше, повернусь. Посмотрите, сзади карманы, клапаны. А спереди здесь ширинка. Простите за интимную подробность, но она на пуговичках. И это такой old school винтаж. Если вы думаете, что такие шорты единственные и неповторимые, да, для каждого клиента шьются единственные неповторимые шорты. Но у меня здесь есть и шорты в других цветах. Посмотрите, мы как раз сможем рассмотреть их поближе в сером цвете. А еще есть вот такой вот небесный цвет. Такая же модель. Значит, при ближайшем рассмотрении, что мы здесь видим? Мы видим, как внутри все аккуратно сделано. Вот они петли. Вот они пуговицы на ширинке. Здесь специальная система, которую вы сначала застегиваете на одну пуговицу, потом на вторую и потом еще на третью. Вот тот самый часовой кармашек, затяжники по бокам. Вот так вот вы затягиваете, потом можете расслабить обратно, когда вы, например, пообедаете. Ну вот, внутри все в одном цвете. Вот это называется корсаж, это карманка. Комфорт-пояс. Конечно, наш логотип. Это отличные шорты, которые мы уже шили не для одного клиента. Кому-то, кстати, нравится ширинка на молнии. Пожалуйста, вот здесь она на молнии. Молния, конечно же, UKK. Брючная. Кому-то не нравятся шорты, пожалуйста, мы сошьем для вас брюки, похожие брюки. Эти брюки классные, они в принципе такие же, как шорты, но здесь еще посмотрите, какой интересный ремень. Вы здесь все застегиваете и вот этот ремень пропускаете в шлевку, и вот здесь вот на затяжнике такой же комфорт пояс. Внутри дизайн. Посмотрите, какая красивая вещь изнутри. Это все
ручные стежки, пуговицы. Для чего эти пуговицы? Я не буду вам говорить, скажите в комментариях, для чего вот эти пуговицы внутри на брюках, на поясе брюк. Жду ваших ответов. Еще вам покажу, чтобы вам показать такого поинтереснее. Да, я забыл сказать, как одеваться. Вы можете носить эти шорты с лоферами Барселона 2. Это лучшие лоферы, которые у меня есть. Вы можете носить их с топсайдерами от Herring. Будет более расслабленный вариант. Либо с кедами Converse. Так тоже можно. Или же с кедами Navesta олова. Тоже здорово. Дальше. По поводу рубашки. На мне рубашку вы уже рассмотрели. Сопля. А это такая же рубашка, но с длинным рукавом. В принципе, ничем не отличается. Только воротник здесь тоже не отложной, к сожалению. Но на пуговицах внутри. Видите, снаружи пуговиц не видно. Внутри они есть. Следующую вещь, которую я вам покажу, даже продемонстрирую. Я снимаю свою гавайку. И надеваю вот такую вот рубашку необычного дизайна. Посмотрите, как это выглядит. Необычно. Ходили бы в такой? Я бы да. По-моему, она смотрится замечательно. Мне кажется, тоже какой-нибудь мировой диктатор с удовольствием ходил бы в такой вот рубашке. Белые пуговицы. Белые петли. Ткань. По-моему, замечательно. Вы выглядите хорошо, не напряжно. Никому ничего не должны. Все прекрасно понимают. На вас очень хорошая, правильная, дорогая вещь. Вот такие вот кармашки. Тоже на пуговичках. А хотите, вам еще одну рубашку покажу? Давайте. Она тоже очень крутая. Вот, посмотрите. И я сейчас не буду ее надевать. Но если надену, то буду уже похож не на Пабло Эскобара, а мне кажется, на человека, на главного героя фильма «Человек со шрамом». Да? Смотрите, какая роскошная. Ее вы увидите у меня в Инстаграме. Тоже из летней коллекции. Ну и давайте, если вдруг лето будет не очень жарким, то можно надеть вот такой пиджак. Его продемонстрирую, пожалуй. Вот, посмотрите, как вам такой пиджачок. Для этого пиджака я даже подготовил похожую кепку. Многие любят кепки. Вот посмотрите, вы сможете надеть вот такую легкую кепку. Я не буду ее надевать, но вы можете. Видите, как она сочетается. Давайте я даже повернусь. Шикарно. Полоски все подогнаны, все совпадает. И это даже бросается в глаза. Посмотрите, какая подкладка. Ну и, конечно же, наш логотип. Эх, помню, я сам лично делал этот логотип долгими бессонными вечерами. Так, ну и что вам еще на добавку?
Сейчас вам покажу еще одну кепку. Эту кепку я даже, наверное, надену, так и быть. Потому что она мне идет. Ну как? Острые козырьки подъехали. Ладно, вернем шляпу. И посмотрим на последнюю вещь, которую я покажу в этом ролике. И это тоже бомба. Это джинсовый комбинезон. Он выполнен из тяжелого денима. Здесь порядка 22 унций. Конечно, это не совсем летний комбинезон, но я взял его сфотографировать, поэтому хочу и вам показать, что здесь есть. Ну, здесь все есть, что нужно. И цепной стежок, и, конечно же, селвидж, и правильные пуговицы UKK, которые приехали к нам издалека. И сзади в задних карманах скрытые заклепки. Видите, внутри видно, а снаружи не видно. Посмотрите, здесь тоже селвидж на задней шлевке, чтобы все знали. Ну, как бы умный промолчит, дурак не спросит, но знаток оценит. И, конечно, наш логотип. Этот комбинезон я сфотографирую, обязательно вы увидите у меня в Инстаграме. Ссылка в описании. А еще посмотрите, какая карманка. Она суровая. В жизни может все истлеть, кроме как эта карманка. Она всегда останется. По бокам удобные маленькие пуговички, чтобы можно было все это дело снимать и надевать. Вы можете носить как комбинезон. Спереди карман, видите. В кармане подкладка тоже внутри. Вы можете вдеть ремень и носить, как обычные джинсы, вот так вот спустить. В общем, масса вариантов. Друзья, я смотрю, и прям у меня слюнки потекли. Это просто селвидж. Здесь тоже вдоль застежки. Да. Ну, а кто вам еще из блогеров покажет вот такое? Прям с пылу с жару. Прям вот из мастерской напрямую. В общем, все это летняя коллекция. Мы вас ждем. Для лордов, сэров, пэров будут скидки. Все ссылки в описании. И, конечно же, всем моим подписчикам мое почтение. Так что обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До свидания.